Всем привет! С вами магазин «Первая коляска», и сегодня мы поговорим про замечательную прикроватную колыбельку «Эспиро Тули». Поехали! «Эспиро Тули» имеет очень компактные размеры, и ее можно без проблем установить даже в небольшой комнате. Займет она минимум места и без проблем станет прямо рядом с кроватью мамы. Прикроватная колыбель – это очень удобно, малыш всегда рядом, на расстоянии вытянут руки. Его удобно укачивать, не вставая с постели, а при необходимости легко взять и покормить, а затем обратно положить в кроватку. «Эспиро Тули» имеет плавное бесшумное укачивание, которое можно легко разблокировать, нажав на кнопку. Также колыбельку можно снять с основания и перенести. Такая функция будет актуальна, если крохе надо постоянно находиться рядом с мамой. Просто берете колыбель и несете ее на кухню или в гостиную. Длина спального места здесь 78 см, ширина 44, а высота бортов 23. Матрасик прочный и упругий. На матрасник можно снять для стирки. Он выполнен из объемной дышащей ткани, очень приятный на ощупь. Вентилируемые боковины не задерживают воздух, а еще через них удобно наблюдать за малышом в кроватке. Еще одна крутая фишка «Эспиро Тули» – возможность очень компактно сложить колыбель в сумку для перевозки. Сама колыбель компактно складывается в тонкий блинчик, а основание легко разбирается без отверток и дополнительных инструментов. Получается классная и компактная сумочка весом всего лишь 6,5 килограммов. Такую удобно брать в путешествие или поездку на дачу. Вот такой обзор у нас получился на замечательную кроватку «Эспиро Тули». Пишите в комментариях, хотели бы вы такую колыбель для своего малыша. Всем пока!